Корабль к боевым задачам готов. Так, в чем на него можно вот эту штуку улучшить? Зонд. О, радиолокационный зонд подсвечивает контейнеры с чертежами в режиме исследования. Мне его надо купить. Это мне тоже надо. Нельзя, да? Так. Мне надо, наверное, корабль сменить, что ли? Да, мне надо было купить корабль. Ну да ладно. Попробуем исследование. Посмотрим, как получится. Или интересно так. Четвертый, здесь седьмой требуется. А сделаем кого? Вот так вот. Возьмем и улучшим. Это все можно продавать. Набор улучшения, как его использовать? Все. Исследование надежных найденных контейнеров 0. Пока еще исследование, ладно. Пройдем вот эту вот миссию. Совсем не заброшенные. Тоже грузовые корабли. Окей, погнали.
я пушку прокачал. Круто, я его ракету прокачал, она прям. Откуда? Ага. Вот. Так, а он там что-то такое? Ага. Улучшения какие-то? Какие-то улучшения он там еще? Дальше выполнен. Новая задача. Исследовать область. Направляться к комете. Брать архивные данные 0 из 2. Так, астероиды. Вот туда. Вижу, вижу. А, это передатчик. Как ты, нифига себе, я думал, астероиды. Блин, нифига, я проиграл. Сейчас еще раз попробуем. Так, задачи я знаю уже. Врезался. Блин. Надо их набор улучшений собирать. Да ё-моё, я так. Прилетаем, прилетаем. Я сначала подумал, это пушка что-то такая стоит. Отлично. Ага.
Нифига, мне прицел сбивает. Патроны, блин, быстро кончаются. Эх, не заметил. А, я ракету даже сбил, по мне выпущено. Круто. Долетался. Очищено все, загружаемся. Отлично. Какой-то С
SV Evolution корабль. Что, на него тоже нельзя ничего поставить? А, ты когда улучшаешь, получается, у всех кораблей все улучшается. Это круто. Погнали, отряд Кобра. Уничтожить порталы. 4 штуки. Это уже лучший корабль. Оба. Опять прицел сбил мне. Делать, да? Уничтожить портал 0 из 4. Вот этом, вот он. Забываю перезаряжаться. Блин, эти... Прям быстро, у меня пули не успевают до них долетать. Противник вон. Отличненько. Вижу портал, приближаюсь к нему. Опять движу. Зараза. Где ты? Портал. Пули не долетает. К метке. Так, а там что?
победить отряд Кобра. Окей. Где ты? Можно улучшить? Нельзя. Я только не понимаю, блин, вот это вот что, с какого уровня устанавливается, непонятно. Держитесь ближе к транспорту. Ты кто такой? Опа, противнички появились. А, в кружок вот это надо стрелять, даже если он не на корабль направлен, это как бы на ход стреляешь, чтоб точно попадать, понял. Надо корабль прикрывать, вот этот транспортник. Ай-яй-яй, у меня защита сбилась. Я без защиты. Так, понял.
где вы, блин, со всех сторон окружаете? Оба, блин, заносит. Бесконечное это множество. Ай-яй-яй-яй-яй. Прячемся за корабль, уходим. У меня защиты нет. Где-где-где? Вон они. Ё-моё, у меня хипов мало. Вон защита, броня. Есть. Где этот корабль? Защита, если что, есть. Так, где корабль? Ага. Блин, сложная миссия, охренеть, блин. Загрузка идет. Да откуда вы вышли? Есть. Мне бы помочь. Бы кто-нибудь бы помог. Не вижу. О. Ай-яй-яй-яй, давай, давай, валить, 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 валить. Ну ты че, блин, патроны. Есть броник. Вредовать там надо. Есть практически все, загрузка данных завершена. Чуть-чуть не продержаться. Так, нам двоих вот этих, наверное, добить, блин. Что же противников? Теперь не вы на меня находитесь, а я на вас. Да где ты? А, вот эту штуку надвалить, блин, нифига себе. Выполнено.
победить Зелов просто. Так, зеленый ты здоровье, да? Ага, все понял. Видите, как он разворачивается, необычно. Все, капец. Блин, по-моему, первый корабль лучше был. Вижу. Надо это все собрать. Ну чё, где он там? I don't know.